Друзья, всем привет! У нас наступил сезон кормушек. Это время, когда можно подкармливать наших городских птиц, и повсеместно стали появляться самые разные эти кормушки. Единственное, что хочется обратить внимание, что очень часто в кормушки кладут неправильный корм, который не только бессмысленный, но бывает иногда даже вреден. Ну, в частности, например, пшено птицы практически не едят. Едят только с очень большого голода, когда уже больше ничего есть невозможно. В итоге это пшено лежит довольно долго, закисает, плесневеет в результате наших петербургских оттепелей. Это в целом возможно. И потом птицы, употребляя этот корм в пищу, могут нанести существенный ущерб своему здоровью. То есть, если вы хотите подкармливать птиц зимой, делайте, пожалуйста, это правильно. Лучше семечки подсолнечника, либо проса. Проса – это неочищенное пшено. Вот проса птицы едят с удовольствием, а вот это практически не едят вовсе. Так что используйте правильный корм и помогайте нашим пернатым петербуржцам. Всем пока-пока!